Всем привет, друзья! С вами Школа Воркаута, и сегодня у нас опять интересный формат, где мы будем приставать к людям и давать им возможность подзаработать на их физических способностях. И как обычно, это будет делать у нас Никита, его формат, но не переключайтесь, совсем скоро в этом формате меня вы тоже увидите. А я передаю слово Никите, сегодня он будет приставать к людям как обычно, и я не придумал дальше слов. Никита, твое слово. Я ушел. Ну что ж, друзья, всем привет, я надеюсь, вы рады меня видеть, мы снова на улицах города, и, как вы можете заметить, мы обязательно читаем ваши комментарии, поэтому пишите их больше, и в комментариях мы заметили такое предложение, чтобы мы не бегали к людям и долго не тратили время на объяснения, мы теперь будем ходить вот с такой табличкой, также люди могут сразу прочитать, что мы от них будем требовать, ну и, конечно же, если им непонятно, будем минимально объяснять. Ну что ж, не будем долго тянуть время, и поехали приставать к людям. Добрый день. У меня предложение к молодому человеку. Я вижу, что вы очень сильный, занимаетесь спортом. Вы ничего не должны, ничего не обязаны. Вы просто делаете 20 отжиманий и получаете вот эту указанную сумму. Подвох какой-то. Никакого подвоха нет. Я просто увидел мужчину в Олимпийке Adidas и понял, что надо подходить. Пробую. Хорошо. Как вас зовут? А сколько вам лет? 43. Каким-то спортом занимаетесь? Лыжные гонки. О, лыжные гонки, это супер, я сам с лыжами связан в силу учебы, знаю, что это большой труд. Двадцать один. Ну, даже перевыполнил немного. Деньги, кстати, я не взял на сегодняшние съемки. Нет, я сейчас выдам вам ваш приз, но вы уже заработали 500 рублей, и у меня к вам есть дополнительное предложение. А как вы догадались? Ну, смотрите, нет. Всего лишь одно отжимание. Одно отжимание на кольцах. Нет, мы с вами отойдем вот на траву, чтобы вам руки не сбить. Но одно условие. Вы, отжимаясь один раз на кольцах, можете получить 1000, в смысле удвоить банк, либо, так скажем, вы ставите свои 500 рублей, и вы их полностью проигрываете. Или вы можете спокойно после 20 отжиманий забрать. Там очень хороший комментарий, что это пирамида. Хорошо, тогда я... Пробовал подобное. И там успехи? Не очень. Хорошо, я понял. Я понял, пора отдавать выигрыш. Сейчас я вам его достану, далеко не уходите. А вот надо было брать, надо было брать. Андрей, вы честно зарабатываете свой выигрыш? 500 рублей одной купюрой, соответственно, вы ее получаете, деньги... Проговорю на камеру. Деньги настоящие. На что потратите выигрыш? Дочерям сейчас что-нибудь куплю. Человек спортивный, семейный. И тратите деньги не на себя, а на любимую семью. Я считаю, это достойное уважение. Разрешите, пожалуйста, спасибо. Пожать вам руку. Огромное спасибо. Вам спасибо. Конечно же, съемки данного ролика были бы невозможны без оборудования от компании Canpower. Оборудование от компании Canpower – это гарант качества, крутой цены и, самое главное, они надежны в использовании и удобны при переноске. Поэтому огромное спасибо компании за это оборудование. Ну а вы можете перейти по ссылочке в описании. И помимо того, что там приятная цена, вы можете еще использовать промокод на более приятную цену. Поэтому заходим и приобретаем себе крутое домашнее и не только оборудование. Ребят, привет. У нас все очень просто, вы можете все прочитать на прекрасной табличке. Ваша задача выполнить 20 отжиманий, но только вот кому-то, кого-то одного мы из вас возьмем. У нас в прошлом ролике дипломатично это решали на Суефа люди. Хорошо, отлично, получается, что... Как тебя зовут? Артем. Артем будет отжиматься. Артем, сколько тебе лет? 18. 18, отлично, прекрасно. Молодое поколение тоже приучаем. Собственно, все просто, твоя задача вот от этой перекладины отжаться... Непосредственно 20 раз до касания грудью. Ну, уж не прямо там в нее, конечно, вдариваться, но поаккуратнее. Давай. 18, 19 будет тебе в следующем году. И 20. Давай. Дожимай. Ровно. Слушай, ну прекрасно. Я считаю, во-первых, слушайте, какой у нас познавательный ролик. Человек явно узнал свой максимум. Во-вторых, ты уже выиграл 500 рублей. Но здесь у нас есть такая опция. Супер-игра. Смотри, да, есть супер игра. Ты можешь поставить себе 500 рублей, но выиграть 1000. И тебе нужно на траве вот выбрать какое-то место, где поровнее, да, соответственно. И тебе нужно сделать одно отжимание от колец. Пробного никакого, да, нет? Пробного нету, так было бы неинтересно. Нет, 500 рублей заберу. Слушай, отлично, отлично. Сейчас я тебе их выдам, но на что потратишь? Да погулять просто, покушать.
Правильно. После хорошей тренировки нужно покушать, ребят, запоминайте. Были у меня забиты мышцы. Вот, ребята были в зале, видите, сразу после зала еще и поотжимались. А, хорошо, позволь пожать тебе руку. Ты прекрасно справился. Вот. А денег мы ему не дадим. Какие деньги, Люба? Ты не в церкви, тебя не обманут. Потом отдам. Так, деньги настоящие, если нет, то опять же все вопросы в прекрасный Сбербанк. Твой кэш. Еще раз жму тебе руку. А твоему товарищу, который тебя искренне поддерживал, я тоже говорю спасибо. У человека подряд получится отжаться, но он не рискнул. Это будет... По-моему, сейчас будет фаталити. Есть. Вы очень хорошо, очень хорошо, что кто-то пользуется табличкой и считает. А, ребят, всей большой компании вашей говорю привет. А, у меня есть предложение. Вы делаете, вот особенно к молодым людям, вы делаете 20 отжиманий. Турник не крутится, не скользкий, ничего, это не инфо-цыганство никакое. А, просто делайте 20 отжиманий. А, ну вот вас много, вот вас трое, вот кого-нибудь одного из вас возьмем. 20 раз делайте и получаете 500 рублей. Я поел. У нас только что человек сделал 20 отжиманий как раз-таки после зала и после еды. Просто 20 раз, но до касания груди единственное правило, все. Никакого подвоха. А, как тебя зовут? Саня. Александр, вот иди сюда, ты уже привлек мое внимание, привет, меня зовут Никита. Без никакого подвоха, никакого взноса, просто делаешь, забираешь и все, и уходишь довольный. Ладно, давай. Ну 20 есть, ничего страшного. Я могу поздравить, ты уже выиграл 500 рублей. И я упоминал про то, что у тебя есть право на супер игру. Да ладно. Но в ней ты можешь как получить в два раза больше, так и потерять все. Я заберу. Черт. Да ты хотя бы выслушай, там на самом деле ничего сложного. Здесь лежат вот такие два прекрасных кольца. Тебе просто нужно отжаться один раз на кольцах. Ставишь, встаешь и, соответственно, поджимаешься. Умеете, могете просто. Как видишь, ничего сложного нет. Да, как это, да, у меня руки-то забились. Ну давайте, все равно ничего не потеряю. Слушай, я такой один совет все-таки дам, просто главное не торопись. Между прочим, можно я сразу тебе руку пожму? Ты первый, кто согласился на супер игру. Двое человек не согласились, и у них получилось вон там. Я сказал. Поэтому и отдельный респект. Так, так, терпи. И поднимайся. Слушайте, я в любом случае, вот там большая компания собралась, я предлагаю поаплодировать Александру... Кто ты? Сука, дебил, блин. Да, Саня. Александру, предлагаю поаплодировать, потому что ты взял право на супер игру. Но, как я и говорю, ты, к сожалению, теряешь все. Но ты явно получаешь респект от нашей публики, можешь помахать в камеру рукой. Спасибо тебе огромное еще раз. И еще раз пожмем руки. У меня эта фишка сегодня такая, я всем жму руки. Ну что же, вот и кольца пригодились. Между прочим, я думал, что никто не будет их брать, но тем не менее люди пробуют, им это интересно. Ну а мы погнали снимать дальше. Как вы видите, мы продолжаем вас радовать контентом подобного формата. Предлагаем людям подтягиваться, отжиматься, еще это деньги раздаем. Ну а чтобы мы больше делали такого контента, вы можете обратиться к описанию, найти там реквизиты и присылать свои донаты. Вот сколько вам не жалко на поддержку такого контента, и тогда мы будем увеличивать банк, делать более крутой формат, может даже сделаем какую-нибудь супер игру с отличными заданиями. Поэтому быстренько перешли. Перевели сам копеечку, ну и продолжаем просмотр ролика. И вы вот уже достаточно давно за нами наблюдаете? Да, у нас эта дочка, ребенка-то 5 раз, пускай отожмется. Ну, правило есть правило. А вы не хотите? Всего 2, всего 20. Ну, посмотрим. Ну, я вас запомнил. Ну, ладно, мальчик, ступай. Я тебя хорошо запомнил. Я вас... Ну, в смысле, я понял, что есть наблюдатели, которым это интересно. 2, 3, 4 и 5. Молодец. У вас есть небольшой стартовый взнос. Это представиться. Вадим. Вадим? Да. А сколько вам лет? 3-4. А к спорту какое-то отношение имеете? Как-то что-то отжимаетесь, подтягиваетесь? В зал хожу. Супер. А сколько в спорте? Год. Год? Да. Супер. Хорошо, до касания грудью я буду внимательно смотреть. 19, 20, 21, 22. А вот сейчас, а правило-то, между прочим, 20, держаться. Это было бы неожиданным поворотом событий. Ну, я уже не веду счет, я уже просто разговариваю на камеру. Вам огромный респект. Это сначала я поздравляю вас с тем, что вы уже выиграли 500 рублей. Соответственно, вы получаете право на супер игру, в которой вы можете удвоить банк, то есть выиграть не 500 рублей, а 1000. Но у меня есть такие прекрасные, такой прекрасный снаряд, вернее, как кольца.
И вам нужно вот на этой резинке, чтобы они у вас не скользили и там мало ли чего, вам нужно сделать одно отжимание от колец. Если вы его выполняете, вы получаете 1000 рублей. Если вы его не выполняете, вы теряете все. Попробовать, а можно? Попробовать нет, одна попытка. То есть если вы пробуете, она сразу, грубо говоря, идет вам в зачет. Ты втираешь мне какую-то дичь. То есть вы просто забираете приз. Каждый раз хочется достать деньги из банка приколов. И что же, вы получаете свои 500 рублей? Раз, два, три, четыре. Неудобно. Пять. Все, можете пересчитать. Спасибо вам огромное за участие. Это я отвечал туда. Давай, 20 раз, да. Да, приветствую. 20 отжиманий до касания грудью, 500 рублей забираешь. Хорошо. Если, ну, либо пробуешь супер игру. Я знаю эту тему, я не буду, я здесь делаю. Хорошо, предположим. Во-первых, теперь уже можно и поговорить о тему того, что... Представься. Да, Лёш. Алексей, сколько тебе лет? 30. 30. Как-то какое-то отношение к спорту имеешь? Никакого. Чёрт. Все, закрываем съемки. Я тебя поздравляю. Все, спасибо. Все, ты получаешь. А на что потратишь приз? Я пока не решил. Пока не решил. Самое главное, чтобы с пользой. Как его любит публика! Как тебя зовут? Роман. Роман, я тебя приветствую. Меня зовут Никита. Что у меня на? Будешь шалы. Ну, бывает такое. Когда спортом занимаешься. Но это не точно. Так, собственно, сколько тебе лет? 16. 16. Как ты спортом связан, не связан, занимаешься чем-то? Дома чьи-то турнички, брусья. Такое мы уважаем, мы такое любим. Кстати, для тренировок дома есть классный курс домашних тренировок от школы воркаута. Твои 20 отжиманий, технику я уже оглашал. Все, можешь начинать. 19, 20. Ладно, да. Ну хорошо, я тебя опять же могу поздравить с тем, что свои 500 рублей ты выиграл. Давай, все-таки хочется. Супер, я так и знал, я знал, что с этой группой поддержки он выберет все-таки попробовать кольца. Все, это точно была зачетная попытка. Слушайте, ну мне нравится, что участники смелые. Я в любом случае, я жму себе руку за смелость. Это очень круто. Там подсними, мы даже там собрали аудиторию. Это тоже наше. Хорошо, я пока приглашаю кого-то из девушек. Они очень долго решали, спорили. Я тебя приветствую. Как тебя зовут? Сколько тебе лет? 17. Дай угадаю. Лыжные гонки? Да. Лыжные гонки, супер. Хорошо, твоя задача сделать не 20. Сделать 15. То есть твоя задача тоже касаться грудью. Вот. Судить буду также строго, несмотря на то, что девушка. 14. 15. 16. Да, кстати. Я забыл, я еще думаю, блин, еще 5. Поздравляю. Да там половина из банка приколов для вида, я вам честно говорю. Да, мы, кстати, после того, как раздаем деньги, мы собираем личные контакты и адреса. Я тебя поздравляю. Я предлагаю аудитории поаплодировать девушке. На что потратишь выигрыш? На сестру, наверное. С сестрой или на сестру? На сестру. На сестру. Вот, слушайте, там прям семейная семья. Это очень круто. Все, хорошо. Хорошо, я так полагаю, что мы берем девушку. Это всегда прекрасно. Как тебя зовут? София. София, сколько тебе лет? Мне 14, прекрасно. Тебе 14. Вот это поворот! Прекрасно. Твои 15 отжиманий, но на ошибках сестры. Локти выпрямляем, грудью касаемся. 14, 15, 16, почему бы нет? 17, 18, 19. Давайте поаплодируем. 20, 21. Ну так, чисто, чисто подходик рабочий, отработала. Так, София, мы тебя поздравляем, ты уже выполнила, причем с честью и достоинством, задание. Получаешь свои заслуженные 500 рублей. Супер игру будешь пробовать? Хорошо, это твое право. Очень-очень интересно, сколько у нас осталось денег. Но на самом деле мне очень интересно, на что ты их потратишь. Пересчитай. Раз, два, три, четыре. Вот как получилось. Oh, shit. I'm sorry. На что ты потратишь выигрыш?
На сестру. Все, прекрасно. У нас два человека, две сестры, которые тратят деньги друг на друга. Это, я считаю, это прекрасно. Последний человек у нас ждет давным-давно. Ну, блин, он стоит, молчит. И вообще, он просто джентльмен, он уступил. Конечно. Он уступил место даме. А, хорошо. Правила ты знаешь? Да. Ну, ладно, потом представишься, давай. Костя. Константин, давай. Двадцать один. Это вот за то, что я докопался немножко, человек передел. И, Константин, ты очень долго хотел попробовать на кольцах. Одна попытка, одно отжимание. Да. Можешь приобрести 1000, а можешь потерять 500 своих рублей, которые ты заработал. Самое забавное, что никто не думает о том, что можно отдохнуть. Итак, давайте поддержим Константина, последний участник, выбрал супер игру. Ну, это сегодня воскресенье, вот они и гуляют. Я гуляю тут. Ну что же, это попытка, наверное, без «наверное». А, в любом случае, я считаю, что ты тоже красавчик. Ты согласился. Я оплачу, еще день рождения. Как вас зовут? Я Оля, жена Евойная. Ольга, очень классное предложение. Артем, Ольга сделала очень классное предложение. Она говорит, можно сейчас попробовать, я плачу. Наоборот, да, что угодно. Да, типа они ставят, а свои же деньги проигрывают, это было бы прикольно. Это было бы выгодно. А им проигрывать нам получается. Да, в обратную сторону. Ну что ж, друзья, вот такой вот ролик мы с вами сегодня сняли. Очень круто, что мы позаимствовали данный формат у англоязычного Ютуба, и там люди не могут отжаться даже один раз, причем за тоже весомые деньги. У нас даже 20 отжиманий было мало взрослым мужчинам, они спокойно делали по эти 20, еще делали даже больше. Также очень круто, что люди не боятся. Русский смелый народ, не боялись и пробовали супер игру, пробовали отжаться от кольцев. У кого-то получилось, у кого-то нет. Мы читаем ваши идеи в комментариях, мы используем табличку, так что пишите их как можно больше, пишите, как еще можно доделать данный формат. Не забывайте подписываться на канал, который написан снизу синим фломастером. Но я с вами прощаюсь, до встречи в следующих роликах.